В США на самой высокой в мире водной горке погиб 10-летний сын конгрессмена от штата Канзас Скотта Шваба. Мальчик совершал спуск с высоты 50 метров. Как пишут местные СМИ, внизу горки можно развить скорость до 110 км в час. Детали происшедшего пока не выяснены. При этом известно, что на аттракционе запрещено находиться детям до 14 лет. В связи с происшествием парк развлечений закрыли на 2 дня.